Я к вам с грустными новостями. Буквально позавчера у меня на тренировке на льду вылетела рука в шестой раз без повязки, потому что я не могу уже ее носить, она на нервы мне действует. Теперь у меня планируется операция, и, к сожалению, в проекте я участвовать не смогу. Вот, как-то так.